Во время своего выступления после марша духовенства и горожан за семейные ценности ивано-франковский градоначальник объявил, что лица нетрадиционной сексуальной ориентации не могут быть патриотами украинского государства. Когда у Марцин Киева поинтересовались, как его позиция согласуется с европейскими ценностями толерантности и равенства, он привел пример Польши, в которой запрещены аборты. Какое отношение геи имеют к абортам, мэр Ивано-Франковска уточнять не стал. Напоминаем, что ранее глава департамента по борьбе с наркопреступностью МВД Украины Илья Киева призвал жителей Львова убивать лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, сославшись на цитату из Библии.